Такие действия со стороны кажутся необычным танцем. Но на самом деле именно так происходит подготовка беспилотников к работе. Калибровка компаса, GPS, системы питания и связи с оператором. Стоимость одного такого летательного аппарата сравнима со стоимостью хорошего автомобиля. Поэтому в воздухе не должно случаться непредвиденных ситуаций. Этот дрон способен нести на своем борту 10 литров препарата бактицид. За 3 минуты полета он успевает обработать 1000 квадратных метров водоема и плавневой зоны. Препарат абсолютно безвреден для флоры и фауны, но беспощаден к личинкам комара. Действовать начинает уже через несколько часов. Всего на вооружении у специалистов предприятия «Гигиена Плюс» 4 таких гексокоптера. Преимущество этой технологии в том, что с минимальными затратами можно выполнить объемную работу на обширных территориях, без привлечения авиации сельскохозяйственного назначения. На данный момент мы уже обработали 98 гектаров по Анапским плавням, Витязево, Благовещенке. Нам осталось обработать частично еще Витязево, разливы Азос, Брасной канал. Благодаря своевременной санитарной обработке территории в Анапе удается сдерживать рост популяции комаров. Работы начаты были еще в марте месяце, поэтому ни случаев заболевания, ни переноса инфекции каких-то не зарегистрировано, Роспотребнадзором не зарегистрировано. Потенциальные очаги в течение всего сезона мы держали под контролем, биологическими препаратами в основном, яды, химикаты здесь не применялись, только применялись при барьерных обработках в случае, если обращение. Но обращения это были крайне редкие, и то только вот эти 2-3 дня после прохождения ливня. Еще предстоит обработать чуть более 70 гектар территорий. До 18 августа все авиабиологические обработки будут полностью завершены.